Слышу вас. Кого? Я вас не снимаю. Я иду, я снимаю там. Телефон наберите и паспорт покажите. Зачем так этот паспорт? Потому что сотрудник полиции вас просит предоставить документы. Основание? 115-й уголовный закон. Какой? Я сказал 115-й. Назовите основание. Подвиньтесь ко мне. 115-й уголовный закон. Что там написано? Вы просили основание, я вам не обязан разъяснять полностью основание. Я обязан сначала себе представиться, а после этого назовет причину. Старшина Кровля. Кто? Я же вам только что сказал. Я не слышал. Я вам повторяю, старшина Петров, документы ваши. Основание. Я вам сказал, 115. 115? Там, что там написано? Вы должен ознакомить меня с основанием. Должен? Ты должен ознакомить меня с причиной. Я вам должен сказать причину. Ну? Ознакомливать я вам не обязан. Вы отказываетесь предоставить? Если есть вот основания, не откажусь. Я вам третий раз повторяю. Вы мне документы предоставили. Что там написано? Который вы называли основанием. Что там написано? Что? К вам никакой из вас претензии. Я вам сказал, 115-й федеральный закон. Сколько раз вы повторили? Что там написано? Вы отказываетесь предоставить мне документы? Я не отказываюсь пока. Предоставьте мне документы. Меня ознакомите меня сначала я с причиной. Я вас ознакомлю, предоставьте. Я применю Розыск сейчас или что? Физическую силу и спецсредства, если вы мне не предоставите документы. В розыске или как, я не понимаю. Я вам второй раз повторяю, если вы мне не предоставите... Удостоверение можно показать? Можно, конечно. Давай. Телефон уберите, я его снимаю. Я не снимаю вас. Ваше удостоверение я не снимаю. Не трогай. Что ты хочешь? Я вам не откажу. Что, долго просто? Не трогайте. Зачем вас так себе ведет? Я вам три раза сказал документы мне предоставить. Смотри сюда. Я вас сейчас дернешься, я тебя застрелю из этого. Я вам предупредил вас. Не трогайте мою руку. Я покажу, у меня документ есть. Зачем из тебя так ведет? Я вот попросил просто ознакомиться с основанием. Потому что все полиции так останавливают без причины. Вымогают деньги. Не надо про всех говорить, хорошо? Во сколько ждать документы? Сложно показать было? Нет. Ну, просто понимаете, все полицейские без основания останавливают. Вы обязаны предоставить мне документы. Я обязан, когда... У вас есть произведение, правильно? Вы отказываетесь мне предоставить документы. Я не сказал, я отказываюсь. Вот у меня есть документы. Давайте вас. Миграционный карта, пациент. Я вам еще раз объясняю, уберите свой телефон, не надо здесь снимать, у нас есть видеокамера. У меня есть видеокамера, вот еще видеокамера. Не бойся. Сколько вам еще видеокамер предоставить? Это для своей безопасности. Для своей безопасности, да. Гражданин Российской Федерации, запрещаю вам выкладывать в сети социальные эту видеозапись. Я не хочу, чтобы вы меня показывали в социальных сетях. Я никому не хочу показать. Просто мне нужно, чтобы вы что-то доказали. Что доказать? Телефон уберите.